в Инстаграме новая фишка трансляции, я им ничего не пишу, они говорят. Там появляются люди, которые позиционируют себя как... Короче, в какой-то район... А, да, посмотрел свой Инстаграм. И мне так какая-то фигня проглючила, то, что, типа, есть глаза, есть люди. Ну, и, типа, там всякие биксы, девочки, мальчики не пишут. Они пишут через других, потом просматривают в будущем, что они написали. И меня проклинило там, что... Но на мозге остается фотка в Инстаграме. Типа, я батя полицейский медвежонок. Типа, как Саша, как Винни, или не Текила, да. Опять плюх. Типа, ну... Как сказал Оби-Ван Кеноби, такое отвращение от творчества и от того, чем ты занимаешься, особенно то, что сделано с твоими руками, только у меня может быть как показатель того, как дух ненавидит, когда какой-то прогресс там или что-то происходит быстро, сразу. Как сказал Гуф, нельзя там снайпера сразу остановить, он должен быть как все. Потом автор, авто после. Короче, это дикое отвращение от того, чем я занимаюсь. Может, потому что обман левый, может, потому что он даже не обман, но выглядит как-то просто, что даже не тратится силы, мучений, там, типа, уже готовый, может быть, он. Ну, короче, я смотрю свой Инстаграм и замечаю то, что... типа, там фотка меня в пальто, как будто холод от ешек, и Гитлер в пальто. И я вспоминаю, что пальто у Даши, а Даша нац, и типа то, что нац появилась только вчера, и типа она не была раньше, но она как бы была так в том времени и сейчас, но сейчас она как бы может слышать других людей. Потом открываю подпольное вещание, во мне привидение дух Даши появляется. На следующее утро думаю, об одной Даше появляется третья Даша. Потом они все превращаются в Даш. Ну, я не знаю, там... Короче, круто, что трансляции чисто на меня отвлекаются. Там ты стоишь где-то у стенки, там появляется дух Веры, причем появляется уже третий раз. Не то, что я это сейчас придумал, а то, что первый раз у Юли там то ли Дима, то ли еще кто-то стоял у стенки и спрашивал, давай еще послушаем, что они говорят. То есть я не понял, это, короче, призрак, который в духе, он типа слушает через воздух или через привидение, то есть, ну, тут, или что это вообще было. Это типа другой послал в себе своего раба духа у стенки послушать. Ладно, короче, у Юли был второй раз. Потом, когда Ева что-то говорила, я услышал Веру у стенки, я тоже, ну, на нее было похоже, может быть, какая-то девочка не из Эма, а из Рока, которая чисто стандартно, как мой брат показывает в себе дух меня, которого тоже нету, который, может, даже чисто похож на меня. Говорит, давай послушаем разговор. Ну, короче, я не знаю, как на эти трансляции обращать внимание. Вот, когда смотрел вчера «Пять плюх», то там он говорил то, что нам нравится, когда все в одном, там, типа, можно через одного человека посмотреть и трансляции, а как их посмотреть, если они не в одном человеке? Может, тоже вранье, там, а приказ? Ну, так вот, короче... Ну как, типа я батя полицейский медвежонок, и дальше пример, то, что я, не знаю, там, вспомнил 96-й год, Драгомилова, Дом Кутузы, там, и
там то ли Димас, то ли 5 плюх появлялся в голосе и говорил то, что тебя нужно закрыть там, и они показывали какие-то кадры, типа как покрасил губы губной помадой, которая типа с грибами, и типа у Кати все плохо, значит, там девушка-бизнесмен порадовалась. Ну, короче, тут такую мысль пытаюсь договорить, то, что написал им привет, значит, все, можно их типа не предупреждать, что там типа есть, они могут всякие штуки показывать вокруг себя, да, нет, там после, как португальцы делают. Или шведы. Еще такая фигня, там типа ну, короче, есть такое предложение в голове, типа у нас компьютер в голове, типа когда там кто-то смотрит и там типа как раскол показывает, он типа на улице не может трансляцию выключить, а в доме ему уже разрешают трансляцию выключить. И он тебя как-то выкидывает в черный список глазом, там, мозгом. Может, это не он, а его духи, там, или те, кто в нем слышит, или я не знаю кто. Что-то из другого измерения. И то же самое вот я заметил вот в трансляциях, там, в Питере каком-нибудь, или еще в каких-то городах, там, типа, время останавливается, и там люди вот так телепортируются. Может быть, это как при 5 плюхах вчера, то, что я, типа, не выключил трансляцию, пошел спать, возвращаюсь. А, он еще при трансляции 5 плюх, он может как бы зайти в мой телефон и отключить звук, а еще он может сам включить мой трек ВКонтакте. То есть зайти в мой телефон и сам включить трек. Я не знаю, может быть это какая-то шутка ФСБ, там, ну, подвластная там не ФСБ, а другому какому-нибудь мозгу, человеку, я не знаю, как это назвать. Но что там телефон включается и включает какой-то трек. А потом ты включаешь трансляцию и смотришь, что она еще не закончилась, и он типа продолжает, но когда ты выходишь из трансляции, ты понимаешь, что она уже закончена, и это как бы только время вперед там как-то отвлекается, то, что он еще не договорил какое-то предложение, не выпил, а потом ты вспоминаешь то, что ты уже был на этой вписке, тебя взяли как дух туда, ты ел какие-то чипсы с 5 плюх и слушал шутку какую-то на лестнице, то, что типа я надутый как 5 плюх собака. То ли это Петр сказал, то ли какой-то еще парень, потом какая-то лестница, там ребята говорят, ты тоже слушаешь 5 плюх, там ты тоже их фанат, ты от них там типа ловишь какие-то непонятные волны, которые делают тебя взрослее. И потом ты типа еще такая фишка, я вот тоже ее не понимаю. Ты встаешь типа с кровати, в тебе привидение 5 плюх и его жена. И такая жена говорит, типа, не уходи, там приходи быстрее. Я вот что-то такое уже слышал. Ну, короче, не знаю, там, раньше это не приходит. Ну, типа, трансляции чему-то учат, показывают то, что общаться можно. А, да, еще, короче, я тоже это не понял. Там, типа, ты слышал голос жены 5 плюх, и там в голове какая-то кислота там начинается, типа, мы все обиделись, и ты остался обидчивым. Это когда ты ешь передознулся ту себе, сидишь на кухне молодежной, и видишь, как люди превращаются в готов там. Короче, не знаю, там как будто как быстро меняются импульсы в голове, импульсы, и даже не родни импульсы, а, ну, короче, что-то не похожее на то, как, потом, типа, это можно еще раз вспомнить, то, что вот такая штука, типа, вот, типа мантры в голове появляются и от голоса передается, я не знаю как. Может, это тем, кто был в трансляции, я не знаю, там, может, 5 плюх. Пять дочек, 5 плюх. 5 внучек, 5 бабушек. 5 дух. Короче, ну вот я 5 пил системы. А, то, что типа у 5 плюх там 9 подписчиков, а не 3000, допустим, и все электронные вот эти привидения, они были в человеке, но не обязательно они в нем были. Но, может быть, они в тоже в других там, типа, были там слушатели. Ну, я не знаю, там.
При том, то, что вот говорят, голоса нет от одного, но там было три голоса даже. Там его жена говорила, пять плюх, еще кореш какой-то с ним сидел, он что-то был во мне, когда я мутил какой-то гашиш, и он типа такой говорил, мы типа предупреждаем тех, что... У него, короче, одно не воздух, а то чувство, когда ты с кем-то мутишь, там, и оно появляется, там, не кадр, вот. Но они как-то, ну, не то, что они, но они говорили по очереди, в принципе. То есть не было такого, то, что они там спорили голосами, как мне недавно, мне вчера еще приснился сон, типа, серым говорил мой голос, то есть меня нету как духа, меня нету как облака, меня нету как привидения, но я есть как голос, и типа, там серый типа со мной разговаривал и говорил то, что ты уже звонил Грише, да? Нет, мы все подружились, я сейчас на Слободской. Может, он об этом даже говорил. Не знаю, то есть голоса тоже повторяются. Блять, утуши 10 минут, это полный пиздец. А потом посмотришь трансляцию, и одно, что ты вспомнишь, это как Анин батя Вася, там такое чувство, что он дружит всякими убийцами из туда, где меня послали. Не оттуда, куда послали, а там, где тебя вспоминают, и где ты вспоминаешь батю Даши с медом и с этим, с каким-то комаром, там, мухой, пчелой в банке, и ты как бы говоришь трутень, потому... Как рэпер трутень. И ты все время туда возвращаешься, может, поэтому ты оттуда, а там в соседнем доме живет Дима, но ты его тоже. Тоже его не помнишь. Ну, короче, тоже о той теме, что повторяется. Да, ну так вот, короче, опять получится 12 минут, ни о чем не говоришь, примерами не повторяешь одну и ту же мысль, чтобы не получалось, как у этих, ну, рэперов, типа, что они какую-то вещь говорят, как Альфара там, а как... Фу. Люди, ну, я просто никого не видел такого блогера, который бы мог чисто вот по теме рассказать какую-то историю. Это не то, что типа я живу не в этом времени, его нельзя остановить, но просто нет такого понятия, как рассказать, ну, тему по теме, что, ну, чтобы там истории какие-то были, типа как Илья Глобусов рассказывал технику, как он читает рэп, а на самом деле он не читал рэп, а рассказывал, как он думал на моей площадке, или что он там делал, не знаю, там качался, надувался. То есть у него тоже есть кадр. А, еще типа пять плюх мне рассказывал, что он мой брат, потому что он меня не похож как люди. То есть он намекал, что он во мне был. От него еще такая душа есть, общая часть, что типа как Версус, он был в Москве там. Они в Питере Индер-РНБ, то есть не Индер-РНБ клуб, а то, что там движение, они все ходят там, тусуются где-то рэперы и какой-то кучкой вот там, как мем Мороз. Ну, чисто у меня в голове был такой импульс, что я сижу в какой-то комнате, там какие-то люди тусуются, я на них смотрю, как на концерте, и вижу, что есть какая-то общая часть того, что происходит. На самом деле в этом, ну, то есть какой-то движ, который типа за тебя решает проблему, а ты в нем не участвуешь, и тем самым ты как бы что-то получаешь, и тебе это делать не нужно, потому что все готово. Или даже эта мысль о том, то что ты можешь слушать трек там, допустим, этого, как его, Мутант в хлам, или трек многоточие, блядь, глаз смотрит в небо, ветер шумит налево, и видишь там какие-то картинки, там люди проходят, смотрят там. Ну, типа, то, что так, через музыку можно фильмы смотреть, такую фигню, вот. Типа, это не то, что сон, это реальность, можно так видеть, вот. Вот такая фигня у меня была, когда я посмотрел там трансляцию пяти плюх, который на следующее утро я вспомнил своего директора Марию Федоровну, которая рассказывала про мазь, про то, что я не могу говорить слишком сложно, про то, что надо быть глупым, там,
их голоса были там. И типа там был трек «Приходит весна», там вот эти рэперы были, которые говорили там «Свэк», мы можем говорить «Свэк» в 96-м, и никто не поймет, что это такое там. И они говорили то, что «Пять плюх» он не с нами, но как бы он... Не, то есть, наоборот, он с нами, короче, но... Мы не обязательно там, типа, ему что-то читать, вот. Ну, то есть, ты смотришь свои аудиозаписи и понимаешь, что ты музыку, ну, трек слушаешь, он не пиздатый, он не кочевый, он просто убогий, и он не для тебя, он для каких-то других девочек, которые при общении с тобой, там, через будущее его как-то слушают, и они там что-то находят, и, может быть, он из другого времени, поэтому тебе рано его слушать, ты не поймешь какие-то повторы, там, какие они могут сказать голосом, типа, как там следующий трек СТ, но слышится СТ-то на самом деле на треке выше в этом черные очки. А потом ты вспоминаешь, как эстет чей-то то ли звонит, то ли пишет. В 2000, когда я в лицее учился, через друзей 17:32, что он как бы был духом у меня в голове. Да, это главная тема. Я сейчас понял, то, что он был у меня в голове. Не обязательно там у ребят, которые там... Может быть, они тоже были в моей голове, но так и не поняли то, что дух типа был общий там. Про лодочки, Украину и другую часть парка, которая у меня на улице. Фух. А, еще был какая-то телепортация, то, что я захожу в клуб, а там маленький малыш на проходной стоит. И там тоже появился, типа, пять плюх и сказал, что там уже прохода нет, а ты, типа, ну, опоздал, там ничего не было. А, и еще смотрю на Инстаграм рэп, как там нужно правильно говорить, то, что я тебя не слышу, я тебя не вижу, то, что... Правильное обращение к людям, которое, в принципе, там, может быть, со временем, там, или через 5, 6, 20, там, покажет мне, как нужно правильно говорить. Вспомнил рэпера Зерно, который пришел в Степанково и говорит мне каким-то голосом, может это, ну, может быть и он говорил, может Роман говорил то, что это Зерно, то что видишь, ты взял меня в свою жизнь и типа я что-то ответил, теперь ты меня не вспомнишь, и такой голос еще у них у всех, типа, ну что, мы пришли, доказали, что мы тебя там типа опустили, что мы теперь после этого должны с тобой дружить или что-то вспоминать, мы так всем говорим, что-то про читку и обман, то, что если ты хорошо читаешь, то ты должен уже быть опущенным, типа неудачник, и вся твоя жизнь фигня. Вроде, ну, типа, понравилась фраза «белые юбки фотка», значит, закончился ад на Снежной, но это не означает, что ад на Снежной закончился. А, ну да, короче, если ты видишь парашниц, которые реально парашницы, и говорят какую-то хуету, блядь, полнейшую, которая, типа, им поможет, там, добыть соль, там, и к ним придет хозяева Оля из художественной школы, который глаз может включать и отключать там при рисовании, приходить домой в других глазах и говорить, подойди к нему и скажи ему то-то, то-то, то лучше как бы сразу уходить не стоит, смотреть на это, типа, то, что, ну, короче, берегай себя от того, что, типа, там, если ты видишь парашников, которые реально там не хотят быть лучше, то не надо с ними как-то какие-то общие вещи находить там, тащиться, насколько они убожественны и шутят про туалет и еще какую-то хуету, блин. Ну или просто не могут сказать пока там что-то такого плана. А то чувство, что ты... А, меня, короче, нужно заканчивать с этой хуйней. Типа, то чувство, ты не один, но как бы... А, ты чувствуешь, что вокруг тебя какое-то облако, которое тебе говорит, да, ты с нами, но как бы ты один, и ты должен это понимать, надо приходить к людям живым и прикидываться им там то, что ничего страшного, если ты услышишь какие-то новые предложения, которые ты обычный человек никогда про тебе не скажет. Произойдет, ну, короче, радоваться тому, что так, убить мать, голос Марии Федоровны, я сказал уже. Запуск смотрит, а, да, еще техник говорит моим первым учителем Наталья Николаевна, я не знаю, там, что-то, ну, то есть, как бы, вспоминаю, как он для первого моего класса там какие-то вещи говорит. Ну, могу сказать лицеем,
как кругляшонок там типа показывает ну, мальчика, который учился в гимназии, которому сказали спеть на концерте, и он пришел на концерт, спел, ему родители похвалили, наконец-то ты пообщался как нужно, можешь идти домой дальше своими делами заниматься. То, что мы тебя попросили сделать, ты сделал, как бы вот мы круто общаемся. Дух переростка из Бека из Бруклина показывает веру, а, даже не веру, а то, что какие-то импульсы тебе нельзя показывать, а то ты вспомнишь того, кто был какой-то 2009 год. А, то есть он увидел 2009 год, расслабился, все нормально, как бы там люди здравы, я их знаю, все хорошо. Смотрел какую-то трансляцию с каким-то португальским типом, который хэш курил огромными штуками. Там, типа, был какой-то абсурд, типа, гангстеры читают стихи или русские стихи, то есть... Ну, то, что обман, он не должен, то есть рэп, он не может... То есть все может быть этим, там, стихи это тоже крутой обман, там, и они доказали, что же могут быть там маленьким детям строить такую хуету, блин, нескладную, неречитативную, там, непереводимую, там, чисто смотрят на то, чтобы люди не могли там через повтор говорить, через какие-то там буквы, там, чьи-то sweet, это передается медом, и английский мед, волшебник, говорун, ну, короче, есть такая тема, ты что, ты не можешь раньше времени понять того, что в тебе еще не было. То есть, если английский отдает полицейским бате-медвежонкам, то как бы значит он во времени более значимый или переводимый, или главное не он, а его там дети, там, которые его разрешили стать полицейским. 22 минуты, блин, Кангул Продакшн. Ты слушаешь Кангул, потом вспоминаешь, что ты сам его придумал на Краснопресненской в 96-м году, или кто-то тебе его сказал. Потом при трансляции ты вспоминаешь, что вообще у девушек, что они были на Кангула плохого, ну, на Монгола Кангула похоже, на Будду с такой шеей, головой.